Ваша задача, понимая ситуацию, то есть начать ей руководить. Сейчас сразу какая подсказка. Во-первых, вы всегда уходите один за песок, один. Вы на самом деле всегда уходите под эту руку. Вам важно выйти из-под этого партнера, потому что этот идет за вами. Потом руки сверху, и вы уже просто скручиваетесь, вводя заднего партнера на партнера впереди. Знать о том, что вас так когда-то будут атаковать, у меня, как говорится, язык не вернется. Но, не дай бог, ситуация другого. Вы должны четко понимать, что эти два направления достаточно проблематичны, что спереди, что сзади. Поэтому это больше как упражнение. Вне зависимости от того, куда вы. И вот теперь делайте это медленно. Главное вам понимать, что ваши партнеры держатся за вас крепко, и вы их действительно ведете. То есть вы должны быть для них, как говорится, ведущим. Да, они